Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь». Здравствуйте, спасибо большое. Первый раз я вот так выступаю, чувствую себя почти Стивом Джобсом. Вы знаете, на самом деле, когда ко мне приехали прекрасные девушки из «Реформы» и предложили поучаствовать, и мы обсуждали, какая бы могла быть тема моего выступления, она, собственно, вот такой и осталась, и заявленная, как с мечтой развивать и вообще идти, и двигаться, и верить в мечту, и создавать бизнес. На сегодняшний день, если бы меня спросили, с какой темой я должна была бы здесь выступить, то как мотивировать людей, себя и так далее в состоянии постоянного кризиса, в котором мы пребываем уже последний год. И несмотря на то, что мечта реализована, несмотря на то, что все, что было задумано, вернее, не все, многое из того, что было задумано, действительно реализовалось, а вот последний год я поняла, что я не могу вас здесь ничему учить, я могу поделиться своим опытом, как в кризис, в сложных, в разных ситуациях находить для себя внутренний мотив и, самое главное, находить этот мотив для твоих коллег, для твоих сотрудников, для всех, кто тебя окружает. Но все-таки, так как в любом случае презентацию я уже готовила, я начну сначала, как и задумывалась, а по ходу, может быть, буду вносить какие-то корректировки. Предприниматель, интерпренер, тот, кто хочет что-то создать, неважно, какого рода это бизнес, это маленькая кафешка, это большой телеканал, это сеть ювелирных магазинов или это просто какая-то консалтинговая компания, как мне кажется, что человек начинает не с того, как бы придумать такую идею и на чем заработать деньги. Вот он начинает с того, что ему самому бы очень хотелось, либо изменить вокруг себя, либо в своей жизни, либо изменить... Или что-то улучшить, или ему кажется, что ему чего-то не хватает, и вот он должен сделать это лучше. То есть все-таки в первую очередь есть некая идея, есть некая мечта. А потом уже на это накладывается бизнес-план, расчет, конкурентные анализы и так далее, и так далее. Но если мы говорим про настоящего такого предпринимателя, вот настоящего, который с нуля что-то придумал, создал и так далее, то в первую очередь всегда это действительно какая-то идея, мечта. 7 лет назад мне пришла в голову, собственно, идея создать телеканал, и она родилась не потому, что я видела в этом какой-то бизнес тогда, хотя тогда его легко было просчитать, а потому что мне показалось, что нету телеканалов, которые бы отражали мои интересы, интересы моих близких, моих людей и так далее, потому что телеканалы мы перестали все смотреть. Мы ушли из телевизора, у нас у всех стоят дома телевизоры, пульт, который ты периодически, значит, нажимал, но ты каждый раз, включая телевизор, понимал, что лучше бы его выключить, потому что неизвестно, что ты сейчас увидишь. И телевизор стал такой зоной риска. Это было тогда, 7 лет назад. И мы все ушли за новостями, за информацией в интернет, и мне показалось, что почему бы нет. Вот мне не хватает. Я все равно привыкла утром включать телевизор, вечером включать телевизор. Отказаться от привычки это я не могу, поэтому, может быть, попытаться это сделать. Так как за плечами был большой уже опыт медийной работы, работы в «Серебряном дожде», в создании «Серебряного дождя», когда мы тоже создавали радио как мечту, потому что мы хотели сделать радио, которого не было в Москве. И мы его тогда придумали, мы его создавали. И вот, имея уже такой багаж, имея успешный опыт в создании радиостанции, имея профессиональный опыт, я подумала, почему не попробовать с ней сделать. Прошла настоящий путь вот такого классического, опять же, такого вот из книжек предпринимателей, которые кроме идеи и мечты ничего про... как бы про то, как этот устроен бизнес, не знал. Я не знала, что такое телевидение с точки зрения технологии. Я не понимала ни в чем, кроме того, что я знала, как нажать на пульте какой канал, и, собственно, была только потребителем. Да, я понимала про маркетинг, про продукт, про то, как продавать там рекламу, но как это? Я этого не знала. Поэтому я прошла за полтора года такой настоящий путь от незнания, от ничего, от понимания до того, что ты там строишь телеканал современный, нарушаешь все телевизионные штампы, стандарты, табу, потому что тебе казалось, что только ты знаешь, как надо это сделать, это делаешь, у тебя получается. Ты об этом мечтал, и свою мечту, именно то, как ты мечтала, ты ее реализовываешь. Но в процессе вот этих мечт, в процессе вот этого сложного пути у любого человека, который начинает новый путь, возникают страхи. Страхи, что у тебя не получится, страхи, что ты потеряешь, ты можешь потерять деньги, ты можешь потерять репутацию, ты можешь потерять, ну, ты много чего можешь потерять на этом пути. И внутренний страх, а еще, как правило,
мало людей, которые тебя поддерживают, потому что, как правило, критиковать проще и сказать, ну что ты, куда ты лезешь, какой уже сколько телеканалов на этом рынке, зачем? И в основном тебя окружают критики. И люди, которые оказываются с тобой в этот момент, а которые говорят, слушай, да, телеканал, ну давай попробуем, почему не сделать? Они начинают разделять твою вот эту веру, твою мечту и становятся твоими сообщниками, твоей опорой. И вот этот страх внутренний, который он тебе все время мешает. Вот в какой-то момент это было, вот сейчас у меня такой дежавю, был 2008 год, мы стояли в стадии подписания договора с Сити, где планировалось, что будет сидеть телеканал, мы очень хотели тогда сидеть в Сити. Это был докризисный период, до 2008 года. Нам казалось, что вот новый современный телеканал должен сидеть вот в таком большом, огромном пространстве, модном, современном, актуальном. Но случился кризис 2008 года, и нам пришлось остановить весь процесс, потому что договор на аренду, собственно, то, что сейчас мы видим с вами, да, то, что мы сейчас получаем, то есть это были докризисные цены. И, в общем-то, я не подписываю этот договор, беру какую-то паузу. А я понимаю, что я беру паузу не потому что я испугался этого договора, хотя здравый смысл мне подсказывал, что надо остановиться, а потому что мне страшно, потому что внутренний голос тебе говорит, да куда ты лезешь, зачем, у тебя не получится. И ты берешь паузу и говоришь, все, ладно, объективная причина, кризис, у меня была беременность, в общем, все, надо это все закрыть, подождать, пройдет еще полгода, и тогда уже, может быть, к этому вернуться. И я все это бросаю, и вот здесь ключевая мысль, которую мне очень хотелось, чтобы вот это, наверное, то, чем я действительно могу поделиться и посоветовать, это когда тебе вдруг очень страшно, но у тебя есть мечта, и когда ты в нее веришь, и когда ты уже бежишь к этой мечте, когда ты уже сделал много шагов для ее реализации, нельзя впускать в себя страхи, нельзя поддаваться этому, нельзя поддаваться критике внешнего мира, которая не поддерживает тебя в этот момент. Ты обязан, просто обязан эту мечту довести до ума. И мне случайно попалась книжка, я много раз уже об этом рассказывала, при том, что я кроме первых трех страниц этой книги так ни разу ее и не смогла прочитать дальше. Это Наполеон Хилл, по-моему, «Думай богатей», что-то такое. Наверняка вы вот, наверняка с такой книжкой сталкивались. И там было несколько фраз ключевых, которые мне позволили продолжить заниматься и не испугаться. А если ты мечтаешь, что все силы Вселенной тебе помогают. И если ты бросишь свою мечту, если ты откажешься, то потом тебе не помогут. Вот. Но этого же недостаточно. Окей, я поверила, я не испугалась, я стала развивать, телеканал стал, собственно, создаваться, строиться. Был очень сложный, непростой путь, но мне удалось убедить всех своих близких, и эта семья, которая должна была вместе с тобой в это поверить и вместе с тобой тоже рискнуть. Это люди, которые к тебе приходили уже на работу, и ты должен был также зажечь их этой идеей. Ты не зажигал их зарплатой, бизнес-планом, ты не зажигал их перспективой того, сколько вы будете зарабатывать и так далее. Ты зажигал их тем, что мы должны сделать телеканал, которого не было. И мы его сделали. Мы невероятно быстро растем. Телеканал «Дождь» развивается во всех его, значит, проявлениях. И когда компания развивается, когда она успешна, то очень легко мотивировать людей. Ну, легко, потому что, слушайте, у вас успехи, у вас растут показатели, у вас растет аудитория, у вас растут финансовые доходы, у вас, вы все правильно делаете, вы получаете премии. И понятно, что вот в этом драйве никакие специальные, даже мотивационные там, программы, специальные социальные пакеты или какие-то там, не знаю, общие тренинги, наверное, даже и не нужны. Потому что в этот момент все успешные и чувствуют себя звездами, королями этого мира, и все очень здорово. Но в какой-то момент наступает кризис. Это может быть внутренний кризис, как часто случается в компании, это может быть внешний кризис. И в этот момент ты понимаешь, что у тебя единственная, собственно, опора – это не только ты, который веришь, а это твои люди, которые с тобой работают, и которые, если не они, то тебе дальше с ними не справиться. Это несколько слайдов просто про то, как развивался телеканал, просто чтобы вы понимали степень как бы нашего эмоционального падения, такого сильного кризисного падения после такого стремительного роста. То есть телеканал за фактически 3 года вырос там 18 раз, да, и такого роста, ну, наверное, на медийном рынке давно никто не показывал.
Мы захватывали территории, мы развивались в регионах, мы увеличили свою долю смотрения. Мы одни из первых пошли и стали действительно такой мультимедийной площадкой, научились делать первыми то, что сейчас, к чему все пришли, когда телеканал или вообще, когда медиа — это не телеканал, газета или журнал и так далее, это продукт, продукт вот брендом со своей идеологией и так далее, который должен распространяться везде, в любой среде. И сейчас уже непонятно, что такое телеканал, потому что это телевизор, это то, что мы читаем в Фейсбуке или в Твиттере, или это то, что мы смотрим на сайте. Уже, да, то есть есть некий контент. Вот мы были тоже первыми. И вот мы такие вот в этой эйфории развивались здорово. Были внутренние кризисы, но в целом мы с ними все равно справлялись. И вот наступает такой, не знаю, как его назвать, черный вторник, ну не вторник, это был понедельник, по-моему, 27 января, собственно, когда выходит наш совместный с журналом «Дилетант из эхо Москвы» программа, на котором задается тот самый злополучный вопрос, я думаю, многие в курсе этой ситуации, не буду сейчас углубляться, но так или иначе, на следующий день после этого вопроса нас выключает 70% наших кабельных операторов. Притом выключают они быстро, жестко, нас не предупреждая. А что такое отключение для телеканала кабельных операторов? Это потеря 80% твоей технического охвата. Ну, соответственно, это потеря аудитории. Потеря аудитории — что такое для бизнеса, опять же, медийного? Это потеря рекламодателя. Ну и так далее, и так далее. И понятно, в тот момент нам становится, конечно, это не потому, что был там этот опрос, понятно, что, возвращаясь к любимой фразе Владимира Герасимовича, не фразе, а слову, контекст такой, в котором мы оказались, понятно было, что рано или поздно, наверное, это должно было случиться, и мы чувствовали, что не можем мы вот в том контексте, в котором мы в последнее время живем, особенно медиа и так далее, вот так долго и вольготно себя чувствовать, вот так развиваться, мы понимали, что это рано или поздно произойдет, но мы не думали, что так произойдет это резко. И вот в этот момент, с одной стороны, отчаяние, с другой стороны, ты понимаешь, что в тебя поверили люди, все те, кто поверили, пошли с тобой, у тебя невероятный кредит доверия со стороны зрителей, которые тоже поверили в тебя, и ты не имеешь права здесь сдаться и сказать, ну и фиг с ним, все, не могу, не хочу, бросаю. А что делать? Как эту лодку-то дальше? Вот как из этого шторма ее как бы вырулить и плыть дальше? Ты понимаешь, что первое, что ты, к сожалению, вынужден сделать, ты должен как-то сократить все свои расходы. Телеканал «Дождь» никогда не был избыточным с точки зрения трат. Мы всегда экономили, это всегда были наши деньги, поэтому мы были и так очень эффективны с точки зрения затрат наших, но в этой ситуации мы понимали, что мы должны еще как-то сократиться. И первое, конечно, с чего начинается сокращение? Когда у тебя нету лишнего, когда у тебя нету, там, не знаю, автомобилей, водителей, вот этого помощников, там, этого ничего нет. Вот есть люди, которые каждый день это делают. Ты понимаешь, что первое, что ты должен сделать, это сократить зарплаты. Ну, потому что другого не было варианта. И я прихожу к своим сотрудникам, который к тому моменту уже был 250 человек, и говорю, ребят, ну, вот ситуация у нас такая. Мы не можем ничего сделать, мы должны сократиться. Я предложила всем сократить, всем от мала до велика, зарплату на 30%. И, в общем-то, честно все рассказала, все как оно есть. И я вам могу сказать, что ни один человек после этого объявления не уволился, и все люди приняли эти условия. И это, конечно... Спасибо. И, конечно, это было мега важно для меня, потому что я понимала, что точно с этой командой мы сможем, мы справимся, и мы прорвемся через все эти бури. Но прошло еще какое-то время, и я поняла, что мы все равно у нас, мы не справляемся, потому что, да, это же не только сокращение как бы органических рекламных доходов. В этот момент как бы количество давления, которое на нас как бы оказывалось, оно было по всем фронтам, от всех проверок, от того, что арендодатель нам говорит, извините, но мы вынуждены вас попросить из помещения, ну и так далее, и так далее. И это все накладывало на нас дополнительные либо расходы, либо, ну, в общем-то, это не добавляло нам счастливой жизни. И прошел еще, наверное, месяц, и мне пришлось опять собрать всех, при том, что ребята все, включая там, я не знаю, наших операторов, включая наших уборщиков, всегда участвуют в этих общих единых встречах. Это не закрытое совещание там для руководителей.
Я сказала, что мы все равно не выживаем. И у нас есть два варианта. Либо мы должны закрыть это все, либо нам надо еще сократиться, но зарплату мы уже не можем сокращать, потому что это уже и так критическая точка. Нам нужно будет сокращать людей и с людьми расставаться. И вы прекрасно понимаете, что мы в той ситуации не могли расставаться с людьми, выплачивая двойные зарплаты и, в общем-то, все, как мы должны были сделать. И мы готовы были к этому, ну как бы готовы, то есть не финансово, но морально. Мы прекрасно понимали, что нам нужно будет, наверное, в том числе это учитывать. И я вам могу сказать, что люди стали некоторые приходить сами, понимая, что без него можно, наверное, сейчас обойтись. Или у кого-то есть возможность все-таки найти сейчас работу и не просить у меня ни выплат двойных зарплат, ни компенсации, ничего. То есть все, кто смогли, они сами написали заявление, понимая эту ситуацию. И это было еще... одна, да даже не проверка, это было еще одно подтверждение того, как, если возвращаться к теме, собственно, вообще всего этого реформа, как важно быть открытым, честным со своими коллегами, сотрудниками и так далее. Наверное, в нашем случае это и есть одна из главных, в том числе, мотиваций для них, помимо того, что они создают телеканал, создавали и создают телеканал мечты, в который они сами верили, и чувствуют, насколько важно сейчас они делают дело. Но при всем при этом, наверное, понимаете, когда человек работает в кадре, когда он ведущий, когда он журналист, он понимает, у него есть дополнительная мотивация. Дополнительная мотивация, он популярный, он выходит к зрителю. Это же невероятный наркотик, когда ты общаешься с аудиторией. А, например, оператор, который стоит за камерой, или техник, который крутит инженер, у него нет этой мотивации. Поэтому для него единственное, что может быть, это помимо того, что прекрасная идея, что ему нравится телеканал и так далее, это совершенно, вот, наверное, такая искренняя, честная, открытый разговор с руководителем. И ребята меня очень сильно поддержали. И несмотря на то, что вот этот наш сложный путь, он продолжается, буквально неделю назад мы переехали во временный офис. Если кто был у нас на телеканале, то видел количество проводов, километры проводов, потому что это не просто офис, это не просто телеканал, а это 2000 квадратных метров, которые были напичканы технологией. Это прямоэфирная технология, совершенно уникальная, которая была там создана. Мы за 2 дня... собрали, перевезли телеканал без перерыва для зрителя, там, для вещания. Это тоже удивительно. Люди работали круглосуточно, ночью делали они это все сами, своими руками. И мы продолжаем находиться вот в этом состоянии как бы кризиса, непростой ситуации, потому что это, не один, это как бы временный переезд. Нам надо переехать еще в некую основную студию, и которой у нас тоже пока нет. И нам надо в течение 2 месяцев... что-то сделать, решить, найти, построить. В общем, нам надо это тоже будет сделать. И вот несмотря на все вот эти тяжелейшие ситуации, в которых мы оказались, несмотря на то, что контекст, в котором мы сейчас находимся, он только ухудшается, к сожалению, для, опять же, медиа. И мы видим с вами за последнее время, какое количество независимых медиа потихонечку либо схлопывается, либо там что-то меняется. И, в общем, процесс очень непростой, и мы не знаем, что будет завтра, и у нас нету сейчас, вот если там 6 лет назад я видела эту мечту, то сейчас, если меня спросят, вижу ли я, каким я вижу телеканал, там, не знаю, через 3 или через 4 года, я не знаю. Я вижу сейчас, сегодняшний день, я должна это удержать, мне поверил зритель, который нас поддержал. Который поддержал нас своим не просто своим доверием, а своим рублем. Когда тогда случился кризис, и нам пришлось провести марафон, мы за неделю собрали 1,5 миллиона долларов. Это удивительные деньги. И это не были огромные деньги от 5 человек. Это были средний чек был 2000 рублей. И это было очень круто. Люди стали на нас подписываться. Единственный способ нам сейчас выжить, сохранить и удержать себя – это подписки наших зрителей. И тут мы понимаем, что нельзя все время взывать к зрителю и говорить: «Ребят, ну вот мы такие хорошие, несчастные, поддержите нас». Нет, мы тоже понимаем, что это еще один нам вызов.
Мы будем только тогда интересны, когда нужен и интересен наш контент. И вот несмотря на все эти сложности, на сокращенное количество людей, сокращенные зарплаты и так далее, мы все равно должны давать зрителю контент, который ему нужен, без которого он не может, и тогда он становится нашим подписчиком. И вот эти все вызовы мы для себя приняли, и, в общем-то, если... Когда меня спросили, а почему вы согласились принять участие в реформе, вообще захотели, я сказала, вообще цель какая ваша? Я говорю, знаете, я вряд ли могу чему-то научить, но я очень хочу влюбить, возможно, тех людей, которые не были зрителями телеканала, вот за эти даже 20 минут, и убедить тех, кто еще не стал нашим подписчиком, станьте нашим подписчиком, потому что мы строим новую модель бизнеса. Вот несмотря на все эти сложности, мы верим и мы уверены, что единственный путь для медиа, не только в той ситуации, в которой сейчас есть экономическая, и это не только в России, это во всем мире, что рано или поздно только потребитель, зритель, читатель и так далее будет оплачивать существование медиа. И будет только он голосовать рублем. Вот мы наблюдаем сейчас кризис, рекламный рынок схлопывается, санкции вводятся, рекламодатели уходят и так далее. И что дальше? Вот компания, которая жила только рекламными доходами. Все, только твой зритель, только твой читатель тебе говорит: ты нам нужен, я без тебя не могу, поэтому я буду за тебя платить. И мы верим в это, мы будем продолжать это делать, как бы нам сейчас сложно не было.